В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией в Весильском районе 15 апреля был создан общественный противопаводковый штаб. В его состав вошли депутаты Маслихата, активная молодежь, бизнесмены и другие заинтересованные эксперты. Основная цель штаба – разъяснить правила подачи необходимых документов для получения единовременной выплаты и компенсации утраченного или поврежденного имущества. На сегодняшний момент комиссией рассмотрено 215 заявлений, 85 от сельских жителей и 130 от городских. 129 заявлений были одобрены к оплате, 79 из них уже оплачены. Как известно, сейчас в стране сложилась сложная ситуация. Из-за резкого таяния снега в регионах происходят наводнения. В связи с этим в нашем Есильском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В период весеннего паводка Есильскому району оказали помощь Ассамблея народа Казахстана, Дом дружбы города Кокшетау, организация «Красный полумесяц Казахстана», волонтеры села Сурган и мечети Науан-Хазрет города Кокшетау, а также и клуб добрых дел города Рудного. Волонтерская группа «Жакса Адамдар» города Есиль раздала более 240 продуктовых наборов нуждающимся семьям.